каратист идет, он скачет. Туда сюда. Ты на месте. Я же только держу. То есть идет туда, допустим, живой. Чтобы голову не было страшно изначально. Обычно люди боятся. Живот сюда идет туда. Что мы делаем? Чуть-чуть ушли, перехватили, опустили, вернули. Еще раз медленно. Еще раз медленно. Ушли. Видно, да? Я вернусь. Он туда подойдет. Я его не отбиваю. Я просто проводил. Встретил, проводил. Аккуратно. Здесь, когда у меня уже ничего не мешает, я могу его переходить. Держите помедленно. Ручка ставится сюда. Все движение отсюда. Захожу под него. Опускаю вниз. Возвращаю отсюда. И допускаем, как он здесь возьмется. Это много всего. На самом деле ты можешь делать гораздо быстрее. Но делать это для того, чтобы руками тело бы научились двигаться. Только для этого. Еще раз. Все. Это все, что надо научиться. Все. С самого начала. Не отбивать руку. Держать ее там, где есть. Удар в голову. Видно, да, где рука осталась? Вот это все, да? Зайдет боковой удар, как руками никто не забивает. Я чаги куда вижу это самое дело, на самом деле, как голову от боковых ударов не закрывать. Почему? Потому что можно получить хорошо длинный удар. Даже при том, чтобы руку поставить. Поставил руку, пришел боковой, и вместе с рукой вы имеете большие неприятности. А когда идет прямо, медленно, да, вот это движение. Медленно, медленно. Вот мы его встретили и проводили, да, недалеко. Зашли отсюда, воткнули ему здесь, да, вернули и положили. Все очень медленно. То же самое движение. Опять встретили, вытянули, прокрутили, положили. Без всяких накалек. Боковой удар, допустим. Выровняли его, опять же, он не видит, что происходит. Я могу закончить, положить. Сейчас умею, значит, секунду. Вставай. Ты иди сюда, я побежу на тебе. Что-то, что называется система техники, которая здесь не работает. То есть вот это положение я могу крутить. Видно, что там происходит? Ничего. Он просто стоит, ручку оставим и туда. Я мы ее за спину переведем, ничего не будем менять. Вот происходит. Больно. Происходит и больно. А почему? Потому что мышцы в этом месте уже перекрылись. Все, не хватает. Это называется степень свободы. Здесь свобода у него есть, и я могу крутить. Здесь какая-то часть свободы, здесь какая-то. За спиной или в переводе у нас совсем другая. То есть, если я руку отсюда переведу, вот сюда, она не будет работать. Будет мешать, мышцы будут мешать. Здесь силы нет. Уже будет проблема. Три удара и все в основном сразу будут. Никаких бабах по рядам нету изначально, потому что это очень большая проблема. Мы только показываем, куда бьем. Потому что бить туда нельзя изначально, это бабаха даже не тяжело чуть-чуть. Даже чуть-чуть это будет совсем неприятно. Совсем неприятно. Работа с руками забрать по дороге, чтобы вам иллюзии в голову не пришло, чтобы вы научились ловить руки. Когда идет удар, вы его не хватаете и не захватываете. Почему его нельзя захватить? Что делать? Медленно ведем. Я его не захватываю. Видно, да? Рука открыта. Он ее забирает назад, может убрать назад. Вот это положение только для того, чтобы вы могли к нему вернуться. Я просто делаю это медленно. Вот теперь ему нечем уже колотить, он просто закрылась. Все. Все, но у него есть вторая рука. Она еще раз оставалась. Да. Рука? Ну да, она не покричит. Я просто на нем покажу, что ты... Смотри, дай подожди, да. Чтобы он надулил, загнал просто. Чтобы было видно. Ты только вот так вот стой, а то за тобой крутиться тяжело. Вот это положение, видишь? Не потому, что я хочу его задержать или еще что-то. Я просто перекрываю движение. Куда бы ты ни двигал рукой, в данном случае, ну, например, сюда. Это я как пример говорю. Можно, да, купить мою сторону. Да? Не важно.
чем? Вот эта часть не работает. Дают бог от него. Что хочу? Такого положения не ударить? Нет. А ты там? Не попробуй. Давай, я ручку закрываю. Да. Она бы дошла, если бы я, допустим, сжал тебя воды. Чуть золотком закрыл, все, пусть опалось. Да куда хочешь? Все, золотком закрыл. То есть не факт, что я тебя буду стоять держать, и ты будешь меня ковырять. Понятно, что понятно. То есть все закрывается на раз. Чуть меня быстро попал сюда, все, здесь туда работает. Вниз, голова, здесь. Горло. Спина. Не спитяй кишку. Все. Все делается 8 ударов. Ты ничего не ждешь. Но бьешь только туда, куда нужно бить. Верхний, средний и нижний уровень. Все, три основных. Любой из них, который бы одни хотя бы попали из трех, сюда не сразу больше уровня. Понятно? Все, ничего сложного нет. Теперь по поводу болячек. Они вот здесь, да? Неприятная вещь. Показывай, сейчас просто показывай телевизор. Покажу. Ну, ты думаешь, все видно? Все видно, вот она. Вот она болезненная. Вы ее поймали? С очки луна, вот она. Ее хорошо видно. Больно? Какая видно. Неприятная вещь. Значит, покажу, как работает мышцы для того, чтобы человека можно было скинуть с места и укупить. Давить по прямой. Да, да, больно, но терпимо. Терпим в эту сторону. Тебя что-то все за штуку там сидишь. Ну все, сиди, слушай. Я не могу сам. Попадаешься. Вот эта часть. Амулет джигита. Грудина. Какая пачка вот здесь? Аккуратно. О, как ножки расслабляют. Видно, да? И посыпался. Иди сюда. Там это место продавить еще надо. Я сейчас в куртке. Ай, отсюда я и говорю. Работает только тогда, когда вам необходимо. Тогда, когда вы попали в ту ситуацию, которую у вас еще не было. Узнать вы их должны сейчас. Я уже сказал, что бьем основные точки. Все? Будет начать? Смотри, ну, сразу хочется куда-то подальше бежать. Скажу, на кого это не действует. Не действует на борцов. Они постоянно телом работают, они постоянно трутся, и все у них там отбито, досок, и туда давить смысла нет. Вы его не продаете. Это все остальное, что касается суставов, это рабочие. Кто подошел? Че ты лежал? Все, что работает на суставах. Сверху, снизу, или ударная зона, например, по шее. Вот они сюда. Движение. Вот сюда. Заканчивается очень печально. Зачем? А? Зачем? Рукой. Не, можешь ребро, если у тебя хороший кулачок, то кулачком ударить. Нет, ну как бы не факт. Но голова останется с телом очень быстро. А что касается обычного движения, как такового, сильного удара не надо, да, ребят? Вот такой замах, ничего. Значит, я покажу, чтобы было понятно, а он расскажет свои ощущения. Дело не в том, что я сильно бью. Видно два пальца, да? Что-то не видно. Вот. Не, поверни чуть-чуть. Так вот видно? Так вот видно. Два пальца показывают. Вот. То есть это не тяжелый удар, просто два пальца. Чувствовал, да? Да. Это приятное впечатление. Два пальца. Что будет рукой, если вы зарядите? Тоже должно быть понятно изначально. То есть тряска организма очень тяжелая. Это какое? А? Да любой, я как бы показал изначально, что работает на шее. Попробуйте. Ну, что-то, не будешь не выбирать. Что-то на себя будет. Такой неприятный ощущение. Да, она отдает хорошо. Поэтому, когда вы бьете изначально, то есть нет для силового или какого-то большого. То есть короткий, но очень емкий. Короче, чем короче, тем лучше.